Всем привет-привет! Сегодня понедельник, 100 раз у меня изменились планы. Сейчас мы собрались, приоделись, только с базара все покидали и бежим к Козлеву. Все поподробнее я вам расскажу попозже, потому что сейчас очень спешим, уже 5:30. 100 раз менялись планы. То приходить, то нет, Азлем говорила, и в итоге мы идем. В двух словах расскажу, что мы купили. Значит, купили сегодня на базаре яблоки по 3 лиры. Это 4 лиры стоит, зелень по лире. Огурцы такие красивые. 3,5 или 4. Вот капуста цветная, кажется, 3 лиры. Вот такая штука. Одна. Значит, лук 2,5, картошка по 2 лиры. Бананы такие отборные по 10 лир. И вот смотрите, мой муж любит, как они это едят, такое незрелое все. Ну, это миндаль, бадем называется. Миндаль, он потом, они очень его любят, с ума сходят. Ну вот, такие покупки мы сделали, буквально чуть-чуть, потому даже не хотели идти на базар, а потом думаем, нет. Ну, апельсины не взяли, что-то 5 лир и... У нас еще остались. Все, побежали мы. Остальное смотрите дальше. Расскажу, где мы сидим. Видите, маски не могу снимать. Все очень строго. Чуть-чуть вам покажу, с какой макияж сделаю. Так, мои хорошие, мы, короче говоря, решили Озлему сделать сюрприз, так как муж ее не приехал. Сказал, что он не получил зарплату. Ну, об этом я подробно расскажу. Сейчас самое главное то, что мы сказали, чтобы она не переживала ни за что. Мы купим со Шкымом все вкусное. И тортики придем. Мы купили тортики. Сейчас я покажу, где мы находимся и что мы покупаем. Мы находимся, друзья мои, в таком месте, видите. Мы покупаем курицу, 2 курицы. И она приготовит только салатики. Мы сказали, чтобы она не беспокоилась, она начала там говорить, я курицу, то все. Она все началось с того, что ее муж пригласил ее сегодня вечером на ресторан. Ну, я обрадовалась, что наконец-то у нее будет какой-то праздник. Потом мы заранее мы позвонили, сказали, что мы придем вечером. Но она сообщила, что она с мужем идет на ужин. Ну, конечно, потом мы обломались, но я обрадовалась, что она не одна, поздравила ее супруг. Вдруг через мы только собрались на базар, и она позвонила, что муж ее не может приехать, да зарплату не получили, и она ждет нас. Ну, она сказала, говорит, давай, говорит, я, ребенок бегает, давай, говорит, я как курицу поставлю в духовку. Мы сказали, нет, мы все сами принесем, не переживай. И у нее настроение поделать, удаюсь. Сейчас Сашка вот покупает. 2 курицы решили взять, все, и она идет на все, мы пошли. Наконец-то мы пришли к Озлем. Озлем, домунгуну кутло. Озлем. Посмотрите, дома красавицы. Сюрприз надо делать, потому что вот мой цветочек. Посмотрите, какой красивый, да? И горшочек тоже. Но горшок не важно, но это красивый, да? Ну, яптинса, не. Чёрба, салат. Короче, мы курочку купили. Кёфты, да, яптин? Измир. Интернете посмотрела она. А это, посмотрите, потатес, да? Писта, ашкем, санадедик, биршеди, герек йохму. Таву калдык, кюзель шоле воле, китане, етерму, олабили. Нерде энис? Энис нерде? Энис уйор. Уйорму? Посмотрим, что за курица, вот такую, видите? Очень хорошая. Я вам что хочу показать, мои дорогие. Я когда шла с мужем, увидела и в шоке была от того, что как быстро строятся эти дома. Обалдеть! Такая красота. Сейчас расскажу тоже о ценах вам. Вам это, наверное, тоже понравится. Посмотрите. Посмотрите.
Тут как изменилось все. Вы видите, все изменилось. Наверное, месяц я не была. Наверное, мы месяц не были со Шкилом. Как здесь все изменилось? Вот какой шумный, шумный этот. Сейчас я вам покажу, какие дома и на той стороне балкона. Так, вышла я, значит, на эту сторону, так как в спальне спит Энис, и покажу вам дома. Посмотрите, какой красивый дом. И тут очень много, и сдается, и все. Цена, значит, Озлем сказала, 1 плюс 1 – 270 лир, вот так она сказала. А 2 плюс 1 – 360, ну тут все есть. Ну, посмотрите, какой красивый дом. Обалдеть. Потом Энис проснется, если будет видно, я вам покажу. Ну, а мы пошли за стол кушать. Ой, муж такой красивый сегодня. Ой, какой стол у нас. Негюзель маса. Енгем чичиды дагза. Бак, бак, негюзель маса, негюзель. Какой красивый стол. Догунгюну котлус. Ой, сунозлим. Байрам я поджас озлем, абис озлем. Короче, вы скажете, Светлана опять орет, кричит. Обалдеть, красота. Что вот это? Я люблю. Пила? Ага. Не, Гюзель, все, мы будем кушать, а фетал сунам. Мы так вкусно поужинали, мои дорогие. Очень вкусно. Я вышла на балкон. Хочу вам показать вот эти дома. 1 плюс 1 – 270 лир. 1 плюс 1 – 270 тысяч лир. Вот я вам сказала. А 2 плюс 1 – 360 лир. Ну, здесь газ. Посмотрите, центр города. Обалденные цены, мне кажется. А вот в таком доме на втором этаже, сейчас покажу вам, видите, вот табличка висит, вот видно ее еще. Продают соседи ее, говорят, за 500 тысяч. А я говорю, кто купит? И она говорит, ну, говорит, если я захочу продать, за 450 я могу продать свою квартиру. Но я не думаю, потому что, смотрите, ну, у Озлем 3 плюс 1, а может быть... Но газа нету, а в этих домах уже все, естественно, проведено. Очень красивое место, посмотрите. Сейчас мы будем пить чай с тортиком. Сейчас я вам покажу этот дом. Ну, посмотрите, какой красивый. Вы видите, уже люди поселились. Месяц назад здесь ничего не было готово. Уже они сдают и продают квартиры. Сколько много. Кира сдают в аренду и продают тоже. Видите, таблички белые. Вот так вот, мои хорошие. Такой вот район возле Мчика. Раньше здесь были огороды, а сейчас все обустраивается. Ну, пошли мы пить чай. И сейчас мы тортик, свечки зажгем. Кто проснулся, наш красавчик? Зимья кышеклы. Приятного аппетита, афетал сон. Лезет ли мы это ухо? Спасибо. Не работала сегодня у Зинчи. Смотрите, какой порядок она здесь закрыла от сына. Чтобы он не испачкал ей здесь. Чистенько, порядочек. Вот такая вот квартирочка у моей Озлемчика.
телевизор маленький перенесли. Ну что, пойдем, нафотографировалась. Пойдем посмотрим, что там и как. Şimdi Amerika'da çiftlik kurdu. 10 milyon söz şansı kaldı. Ama daha fazla daha daha ameliyat. Her şey daha güzel olacak diye düşünüyorum. Benim elimden hayatım İki röportaj arasında 2 yıl var. Günü kutlu olsun. Özlem. Ra 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 ra. Özlem. Evlenme. Yok evlenme. Da 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 da. Özlem. Uç. Yaşıyla sen canım benim. Uç yaşı. Yaşı 44. Hayır uç. Uç bugün uç. Diyor uç. 19. Senin gene diyor ki 19. Bir ev bıraktım ben sağlığımız için. O evi sattım. Ama karşılığı sıfır. Sıra bir toplama. Çakma var mı? Ama yapılan yakalım. Hata nedeniyle inceleyeceğiz. Dur 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 dur. Şimdi toplanacağız. Herkes. Aşkın ne? Aysal falan da var. Sinir uçları bayağı bir yükselelenmiş. İçeriden atılan dikişlerde kas yırtılmaları meydana gelmiş. Söylediği olabilir normal. Ayşe Öztürk'ün tüm parası. Ses. Pastaya düşmeyin, pastaya bir şey olmasın bak, yiyeceğiz onu. Такой торт. Чай. Красивый торт. Шоколадный. Свежий-свежий. Çok mutluyum ve çok gurur duyuyorum. Türk bayrağını başka ülkede dalgalandırabilme gururu yaşadık. Türk kadınlarını temsil etti. Üçüncülükle yurda döndü. Herkes gururlu, o mutluydu. Üçüncü olduğum için de çok mutluyum. Bayağı, bir başarı ülkemizin götürdü. Bu ne? Bu altında... Sen yaptın. Ben yaptım sayılır. Komşu yaptı. Ha, komşu yapmış haber. Magnolia gibi bu. Evet, altında şey var. Banan, muz. Muz. Üstünde muz mu kız? Ama ne bu? Muza benziyor değil mi? Hmm. Bakar şimdi. Bisküvi de olabilir. Üstünde krema, üstünde de çikolata. Evet, yoga stili. Evet, arkadaşım. Bakarız, öyle. Bakarız şimdi. Özlemçik нам приготовила кофе. Сегодня я отдыхаю. Не совсем, но отдыхаю по возможности. Вкуснятина турецкая. Как красиво все делает. Ne güzel aşkım bana hazırladı. Aşkım sen mutlu musun bugün? Ben çok mutluyum. Ana skoro blondinka stanie. Çiçek açtı. İçe yengem gelince. Ben çok mutlu oluyorum ya. Tek olmaktan sıkılıyorum. Mutlu ol. Yani kızımın yanına gideceğim, onunla birazcık da oynayacağım. Она к ребенку пойдет, немножко поиграет. Bugün gitmedim. Сегодня не Onu bir göreyim bakalım. Beni güldürüyor. Güzel kızım. Ага, там, Ашкин, ты же говоришь, все, надо не гичмёрся. Я, кстати, ультимазы. Уже время, скоро 9, а мы сидим все быстро пьем кофе и бежим домой. Seçmeler diyor, kıza soruyorum diyor, buna oy verirler mi sence? Özlet, çok
Sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizi gördüğüme çok sevindim. Çok mutlu oldum. Yine bekleriz. Güzel bir akşamdı. Çok eğlendik. Gezdik. Senin kocam nerede? Çalışıyor. Kocam yarın gelir. İşte. Hadi etimizi daha gidelim. Etini tamam teşekkür ederim. Ney başlı домой. Ой, стабилизатор мой надо брать. Sen de gel. 25 kilo. Bize de tamam, gel sen. Все, пошли мы. Yengemi defter aldım. Bay мне на книжку. Burada da kalemi var. Aha. Bu kalemle notlarını alacak çizelge. Ben ona hediye ediyorum. Teşekkür ederim. Bana da birisi aşkım hediye etmişti ama bana lazım olmuyor çünkü. Tamam, teşekkür ederim. Yazı yazmaya. Bende var bir de bir tane aha daha var. Gerekirse ben çok yazıyorum. Olur. Teşekkür ederim sana. Evet. Hadi görüşürüz. Идем с Ашкемом по улицам. Машин очень мало. Никого почти нету, кроме нас. Я так упаковалась вся. Холодно что-то. Конечно, я в блузочке. Ну, приятно такое, хоть выгулила сегодня свое манто. Принарядилась. Наелась, напилась. Идем домой. Вот так мало машин. Все домой идут. Быстро-быстро спешат. Ашкем зашел. Хлеб должен купить. Нету хлеба. Пришли мы домой. И посмотрите, как мой муж хрумкает. Миндаль с солью. Ашкем, лезет ли мы? Посмотрите. Насыл буй Йорсон сен. Ешин. Ешин, баден. Миндаль. Как они кушают это, я не знаю. Чирин де невар. Я говорю, откуси и покажи, что там внутри. Гюстер? Гюстер? Вот видите, он откусил, и внутри такой молоденький. Косточка такая, поэтому они едят, она. О, ужас! Как это они кушают еще солью? Алла, алла, алла. Вот такие турки интересные. Афета усун. Интересно. Алла, ты мы задашки. Они видели, интересно. Видите, он по-русски уже понимает.